благословил пронзенными руками. «Обещанного ждите», — так сказал. Ушел к отцу, поднялся с облаками туда, куда и заглянуть нельзя. «Обещанного ждите», — Божье слово. День ждать, или год, или десяток лет, никто не знал. Ученики Христовы молились, ждали, что придет ответ. Не 10 лет, но 10 дней, немного. То, что Спаситель обещал, сбылось. И Дух Святой сошел с небес, от Бога Господне пламя над землей зажглось. И было так, пылал огонь небесный, и ликовали радостью сердца, благодаря за этот дар чудесный и величая Господа Отца. Ученики с великим дерзновением благую весть в мир грешный понесли, и тысячи склонялись на колени, и тысячи спасение обрели. Больные исцелялись силой Божьей, а демоны бежали в страхе прочь. Свершалось то, что было невозможным, и перед светом отступала ночь. К Иисусу приходили стар и молод, и Дух Святой преображал людей. Но слышите, какой знакомый голос? Теперь такому не бывать нигде. Все в прошлом, не апостольское время. Какой огонь, какие чудеса! Я знаю, кто роняет это семя. Не бойтесь посмотреть ему в глаза. Не бойтесь дьяволу сказать неправда. Господь Иисус другим не может стать. Нам Дух Святой дает сегодня право живого исповедовать Христа. Я до скончания века буду с вами. Так говорил Иисус, и Дух Святой живет в сердцах, и Церковь есть живая, в которой действует живой Христос. Тот, кто Господень Иисуса знает, достойную Ему возносит честь, и песни славы нет, не умолкают. Хвала Христу, что Он не был, а есть. И Дух Святой к Иисусу вновь приводит всех жаждущих. Ты жаждешь? Так иди, иди к спасению, к радости, к свободе. Зажжется пламя и в твоей груди. Иисус сейчас стоит с тобою рядом. Вставай, с небес простерлась благодать. Пусть Дух Святой разрушит все преграды, которые тебе мешают встать. Аминь.